Дума города Владивостока 25 июля приняла решение по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, утвердила границы ТОС, изменила название комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Теперь он будет называться Комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества. Важный вопрос будет рассмотрен по приватизации и преимущественно право выкупа помещений, значит, субъектами малого предпринимательства, которые сегодня уже прошли срок 5-летней аренды, имеют право выкупить в первоочередном порядке помещения, которые они арендовали. Условия приватизации утверждены в отношении 6 объектов, расположенных в подвальных помещениях и на первых этажах зданий. Также депутаты в первом чтении рассмотрели изменения в устав Владивостока, предусматривающие полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства. Кроме того, уточняется процедура проведения сельских сходов. Дума утвердила изменения в порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения. Юридические и индивидуальные предприниматели будут получать электронные уведомления о намечающихся проверках состояния дорожного покрытия. Внесены изменения в муниципальный правовой акт о проверке достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления. Теперь будет разграничиваться в обязательном порядке поток подаваемой информации от лиц, которые претендуют на замещение тех должностей первого звена, а именно первый заместитель главы администрации города Владивостока, а также заместитель главы администрации города Владивостока, согласно вот этому новому внесенному нами предложениям, теперь будут в обязательном порядке подавать информацию о доходах, что важно, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, на заседании Дума установила границы ТОС Кузнецова-2019. В него вошли дома на Адмирала Кузнецова 74-80 и Спиридонова 15. Депутаты единогласно поддержали это решение. В ближайших планах у активистов ТОС высадка деревьев, ремонт детской и спортивных площадок. Следующее плановое заседание Думы состоится в сентябре. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.